Павел, почему вы не вернетесь на обратно? Я понимаю, там и Коршунов, там и другие люди, но вы так голос. Я просто говорю, что дело в том, что в группе, когда ты в группе, неважно в какой, хорошо быть тогда, когда ты юн. Когда тебе 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Тридцатка уже, понимаешь, уже хочется чего-то бомбить самому, поэтому, уже... ну, уже такая вот история, ну, мне кажется, это мое мнение, поэтому, ну... Нужно петь верную просто в таком случае. Да, нужно петь верную, и уже созрели для этого, потому что много уходов, приходов. А в группе осталось только два человека, это Слава Жеребкин и Володя Политов. Вот, я думаю, если вы были бы третьи, вы бы лишним бы не были там. У меня амбиций побольше, наверное. Поэтому я просто оттуда ушел. Поэтому амбиции крут, распирает. Они пусть работают, двигаются. А мы будем петь верную. Сколько лет сегодня Бридж ТВ? Смотри, можно два варианта. 3 и 5. Что ты можешь пожелать, Паш, Бридж ТВ? Самое главное, чтобы было больше зрителей, еще больше. Ну, вот почему-то на бридж, потому что мост, слово само прикольное, бридж, останавливаешься на бридж. Может быть, оно по-другому как-то переводится, но мне кажется, что это имеется в виду мост. Да, вот я вижу, ты себе свитер прикупил. С квадратиками беленькими. С ромбиками. Да, самое главное, вот что у меня, вот эта тема. Это мой знак зодиака. Это кто, крыса? Нет, это баранушка. Кто баран? Баранушка. Это телец. Нет, это овен. Ой, это овен. Тебе же скоро днюха будет? Да, в апреле. В апреле. Какого апреля? В апреле 19. У меня 21. С вами был Паша Соколов для gang.ru.